Спальная комната является идеальным местом для домашнего отдыха. На эмоции человека значительно влияет цвет выбранного постельного белья. По его расцветке и дизайну можно узнать характер хозяина спальни. В настоящее время, благодаря широкому выбору расцветок и видов домашнего текстиля, человеку очень сложно сделать выбор. Главное, не ошибиться с выбором цвета. Некоторые люди приобретают постельное белье, полагаясь только на собственные предпочтения, а есть люди, которые полностью полагаются на научные факты или трактовку учения фэн-шуй. Итак, какие же есть расцветки постельных принадлежностей и на что они влияют, рассмотрим ниже. Классическая трактовка. Белый цвет постели указывает на чистоту и спокойствие. Такое постельное белье успокаивает нервную систему и помогает справиться с нарушением сна. Черный указывает на роскошь и сексуальность его обладателей, активирует заряд энергии и дарит запоминающиеся ощущения. Красное белье в спальне предпочитает приобрести люди с активной энергетикой. Оно способствует нормализации давления и стабилизирует биение сердца, создает интимную обстановку и защищает от возникающих страхов. Издавна красный считается цветом страсти и позволяет отодвинуть все внешние заботы за пределы спальной. Оранжевое постельное белье гораздо мягче, чем красное. Оно делает настроение замечательным и помогает побороть депрессию. Просыпаясь в оранжевой спальне, можно зарядиться позитивом на целый день. Зеленый дарит его обладателям ощущение свежести, спокойствия и комфорта. В такой постели есть возможность проснуться бодрым. Голубое белье обладает действием расслабления и спокойствия, способно предотвратить заболевания носоглотки. Синяя спальня полностью расслабляет тело. Такой цвет способен избавить от нервозности. Спальня в таком цвете благоприятно влияет на зрение. Обладателям фиолетовой расцветки будут сниться яркие и красочные сны. Обычно такой цвет выбирают философские личности. Розовое постельное белье дарит обладателям ощущение нежности в их чувствах. Улучшает настроение. Такое белье в основном приобретают для молодоженов. Коричневый – это интерпретация прочности. Чаще всего аксессуар такого исполнения используют мужчины, которые живут одни. Желтое белье дарит его обладателям хорошее настроение и солнечное тепло. А теперь трактовка по учению фэн-шуй. Если опираться при выборе расцветки постельного белья на знаменитое учение фэн-шуй, то можно выделить две группы. Первая – цвета. Инь, то есть расслабляющая. Это черный, белый, синий, фиолетовый. Вторая группа – цвета янь. Они способны зарядить энергией. К ним относятся желтый, бежевый, красный и коричневый. Мы рекомендуем всегда прислушиваться к внутренним потребностям своего организма и выбирать цвет постели, исходя из комфортных ощущений.